Красок нет. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Рук, что это где? Как неожиданно. Агро. Нет, зеленый меня убил. Повы сливки, перепозже по. Чоловіка, тут є того. Смерть людина, це на чужі. Офіс. А як у нього б не там ці? Там шагро порвав. Ага. То, что чума в мелизоне, уж она не убивает так за секунду. Да он там он прожал, посмотрите по дамагу. Он прожал, что-то в кофе. Таунт, таунт. Клань возмездия. Чума не убивает вижу. В мелизоне. Не спецом это. Я не сам та чума. Вижу. Сейчас он. Не. Сейчас я. А убрал я, убрал. Это
нужно просто забить лизня и не бил его. Помню, да, чувак, на тебе видит. Черная метка, ты смотри там. Позорно, помню, весь рейд. Смотри внимательно, потому что когда ты ходишь по тонкому льду, короче, потому что когда ты провалишься, под ним будет войд. И вообще мне этот Димар доверия не внушает. У него, наверное, какой-то твиночек другой есть. Это глаза. Так, глаза. Очки, блин. Стопайте. Я выбежал. Ретаргет. Что-то я себе бобки. Чего вы так слизни сливаете долго? Да мне телефон позвонил.
рукам одной комнате может получиться что-то любопытное. Охуеть. На вкус как вишенка. Ой, извините. Я пока не могу прочитать. Да. Сейчас посмотрим. Зеленый слизень. Да. Сейчас. Ну, конечно. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это секрет. Инер, Вой, дай холик. Я уже умер. Не дохил? Нет, потому что били на 5 стаков. Да. Такое ощущение, что мы как будто алчат, а не герой. Это анбаф просто. На анбафе? Да, мы на анбафе. Ну, сколько там этот Агримар на нас по слизни? Сказать, почему Агримар слизней не бьет? Потому что он стоит с РДД, когда зеленый появляется. Вот последний раз зеленый на него переключился и побежал в РДД зону, а он там стоял, кайфовал. Охрена ему захрен. Ну, теперь задай вопрос, что он там делал в РДД зоне. Что он там делал? Он, походу, сидел рядом с Войдом. Да бревно он точил топором. Буратино стругал. А что он там ответил что-то или написал это, да? Это чтобы все сбежались. Это чтобы все сбежались. А как? Ну, ладно, не буду задавать этот вопрос. Чтобы все сбежались. И еще никто, кроме локов, в которых есть портал, и магов, в которых есть блинк, не стоит в центре, когда выходит зеленый на переход. Какого хрена я должен был ханту бежать в левую сторону под красным? Вот ты можешь потихоньку ЕП Гемару снимать по 200 за кайф. Так что можешь прямо сейчас начинать. Может в следующий раз он начнет бить зеленого слизня. Не, он просто, Вой, наверное, ждет, собирает все, да, и потом сразу 500 ёбнет и все. На самом деле мало чего смешного, бля, я не знаю, нахуя люди так тупят. Я не знаю, и Филиппес тоже, как вообще можно тут умирать? Не, Олег, если ты был бы в рейде, я бы не смог позвал чат. Машин, ему нравится, как над ним издевается, поэтому он так и тупит. Ну накинь там минус. Не, может, он не знает тактики, просто пусть Войт ему объяснит, я хуй знаю. Да не. Хотя это Гера, в принципе, сюда опять же повторюсь уже как после РС тогда должен приходить. Да нет, он же сюда не первый раз ходит, я его видел раньше. Что? Не, он был, точно был, он у меня даже колечко с Валик забрал, которое для хантам. Он на одну сотую было больше. Не за него вы сейчас вайпнулись, это был комплекс лаков, но все уже. Да все, подзвонили, блин. Я вырубать его, я вырубить его хотел. Ты знаешь, я подзвонил.
Там красную зажимаешь просто. Это мне Гримар напоминает одного вара, которого взял Джерри, он добавил еще заметку: знакомый Джеррина не кикать. На варке он набил 0 урона. Я у него спрашиваю: почему ты не бил валик рассекающим ударом? Знаете, что он ответил? Да. Кто? Не, не дал. Я не знал, что надо бить рассекающим ударом. Вот и все. Поэтому мы по валькам. А Гримар не знает, что надо бить зеленого слизня. Правда, уже того вара уже нету. Это последний камень, все. Короче. Сосед. Да ладно, не переживайте, это всего лишь игра. Через 15 минут. Через 15 минут зайду, там может кем-то подамажу, если надо будет. Хоть еще дамажущие персы были, было бы хорошо. Куда мне до тебя? Да, понабирали, блин, 4 ханта в начале рейда. 5 варов. Было 6 варов, блин. Стало 5 варов, 3 ханта. Когда ульда будет, Олег? Мы сейчас сегодня принесем ЦЛК и 2 РС-ки сегодня быстренько. И пойдем в ульду. На хоть РС-ки пошли, блядь. Это быстренько. Да, это быстро 2 РС-ки, это нормальная идея вообще. ЦЛК что-то не получается быстро. Вы просто не хотите. Он же написал, 300 баф у него нет. Ты надоели, блин, почему я его послал? Ребята, надо просто немного приложить усилий, чуточку усилий, и убьете все с первого трая. Главное желание это. Если да, вы жметесь на реги массовый, дайте точечно по магу 300 баф. У него есть 300 баф. Войд, будь попроще, нахуй все эти оры, варка, психи. Стопайте. Просто ГП ебашь тем, кто не стопайте, знает, что блядь. Делать. Видишь, люди хуярят, хотя сказали стопнуть уже 10 раз. Тебе нервы, я тебя еще не понимаю. Ретаргет. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Ты его убьют? Нет, блядь. Я ему ПС-ку кидаю. Беги, малышка, беги! Ёб твою налево. Чего это Гарри? 1000 ГП, Рэллу. Так что это? Он его не заметил. Да чё воет, не замедлились, не знаю. Я хрен. Он близко стоял.
Короче, сам сказал, красный выливается и сам стоит около него. Не, он не стоял. Ну, в центре. Это было круто. Он взял и замедлил красного на когда второй раз. Чего? Два раза красного он замедлил на переходке. То есть промахнулся, да? Надо было из зеленого и красного. Нет, на переходке он замедлил зеленого с красного, а потом красного еще раз. Тогда ему дали боб этому, который на красном, а он еще его замедлил. И продолжай мысль. Ну и потом. Не надо было его замедлять, если кинули боб. И у него раги не хватило. Он страховал просто человека, чего? Вайп покурим пару минут, бля, потому что пиздец. Полтора часа уже не курим. Чем могу быть полезен? А давайте покурите, я сейчас через 10 минут подойду. Нормально будет. Можно и Бьёрн тогда, вот и Стриси. Стриси? Ты Стриси их можешь? Ну, Стриси курит, пошёл и Бьёрн пойдёт курить. Ты ж на турники ходишь. Ну и на турник после рейда пойду, не сомневайся. Это вы вместе на улицу выходите, да? Ты на турниках, да, а я сейчас... Да, я на Симферополе, да. Физрак тоже пошёл курить. Ну, понятно. Это забавно слушать вас. Так, уже... А Гримар бился из ней, кстати? Или у него красный был дебаф? А в процентах это сколько? 12-11. А если сравнить с другими варами? Ну, если сравнить с варом МГА, у которого 5,8 КС, то у него 33 по красному и 11 по зеленому. У МГА 44% слизней, да? Да. А другие вары есть еще? Еще есть Баш, у него 19%. Ну вот, 20% это тот минимум, который нужно выдавать. Сравнение через Баш. Пойду чайник поставлю. Забавно, забавно. Что там, никто не хочет уйти отдохнуть? Кто там ботинки сролил? А, ты сролил? Я уже думал, я хотел человеку уже это ему говорить. Ну, ты иди отдохни, я уже ботинки сролил. Что тут делать? Туда-то еще делать. Я тут. Да, он что, вина в том, что замедлил второй раз красного? Да ты в сове умер. Ты хочешь сказать, он два раза замедлил красного? На переходке, когда были два слизни. А на регулярного красного, который потом выходит, у него же не хватило. Да. Я убегу. Че, Боб? Вау. Так вы на второй фазе умерли? И бупов не было?
дебафите паладины, кресты. А слизни очень медленно убиваются, я не знаю, что тут. Я думал, они переход убивают на весь при смене. Видео есть, да? Интересно. Интересно. Привет, Тарас. Скажи, Филипп, еще раз. Пилип, Пилип, ты тут? Пилип Орлик. Филипп Киркова. Полип, ты тут? И Полит. А можно еще подождать? Чайника жду, когда закипит. Чайник? Смотри, выключи чайник. Ладно, сейчас я его вырублю и тренем. Блять, почему в Минске у всех чайники, блять, какие-то тупые, блять, неужели нельзя купить нормальные, которые отличаются, как тебе? Что у Шанана, что у Филипца, блять? Классный. Твой сторожаешь, блять. Воржака. Войт смотрел Эйс Вентура, где этот Джим Керри вылазил из носорога. Вот сейчас так же. Стартуй. Сейчас ты не уйдешь. Да стартуй, блин. Там всегда уже. Ладно, я сяду быстро кричать, я в другом канале РК буду. Ваня смутил, Войт. Ребята, вы осознаете, что мы на профи, это не лид какой-то, а проф еще. И куча боссов. Кто знал? Проф, вот не лича, блядь. Все, пошлите, поехали, поехали, я тут. Чекай сначала. Сейчас щиты по второму кругу считывать будут. Я проф вас повторять не буду. Охрененно разбилось.
чувствую. Что? Это еще откуда? Другой в другую сторону зеленый. Ну что там две лужи? Да мне давай, Войд, я 4 боба кинул. Заебись. Уже 3. Береги на берегине. Не знаю. Блять, опять нету скол. Ебану. Прилот сделал.
Че, убили? Да. Можно. Что вы стояли, делали, скажите мне, ханты, маги всякие, что вы там забыли в луже стоять? Бля, и я умер. Там есть место, как отдохнуть хочет. Есть такой человек, но я не уверен. Кто? Или кто? Олег же не любит ардру играть. Ну да, потому что за Эрдру надо каждый раз тыкать кнопку Q, единичку, и смотреть на поле боя. Тут хилы остались, вот что. Не все равно. Смея Олега вместо Гримара и все. Да, Гримар хочет уйти. Ну, в гильчате написал, кто хочет на замену, могу уступить. Да что там? Слышишь, Олег? Гримар, ты уже меня поменять слизни. Олег. Что? Поменять не хочешь меня? Нет, ты недостаточно много нафармил ГП. Так что посиди еще. Так я нифига не нафармил. Сейчас зайду, будешь фармить. В смысле, блин, хотел уйти как раз. 21.05 только. Куда уйти? Нормально. Прогуляться. А бля, ну если хочет идти, пошли вместо него, что-то. Так он ДЦ. Он же ДЦ, а не ДД. В ДЦ зайди, блядь. Да тихо, что квадрат там? Стоп, пускай пройдет. Ох, блин, спасибо. Скинули. Короче, это пиздец какой-то. Вы охуели, танки вообще? Я не жал его вообще, я не жму этот скилл. Ну давай, зайду вместо Гримара кем-то, ты ему ЕП накинь там. Каких классов у вас много? У нас нету анхоли ДК. Ханта 3. У нас нету анхоли ДК. Анхолика нету, да? У нас вот кто. Может, Вареньку попросить, пускай вместо меня. Так, анхолика нету, да? Хорошо, тогда захожу на ретрика. Ну,
почему нет? У тебя же хуже вариант. Давай, какие-то метки, ё-моё. Ну он хоть бил на последнем трое слизней или нет? Бил, бил. Там около 600 тысяч набил, он нормально. Ну как, это мало для Фурика, конечно, но более-менее. Сколько он набил слизней? 600к. Лямт 600 он набил. 700к, тогда Фурика это нормально. 600к. Не, лям 600, сказали Джерри, успокойся. А ты сколько набивал? Ну, максимум, что Фуриком получалось, 890 в сумме. Ну вот, бог слизней. Мало как-то. В смысле, мы сейчас говорим про Гримара, по-моему, у него 400 и 200 тысяч. У Баши 1 200 000. Баша 1 200 000, да. Ну, блин, это Баша. Не, ну там же Баргерди. Бля, я только прибежал, я вообще нихуя не делал. Че у нас без проблем? Вы летите, у 30 шардов не было. Не, я форманул 6 штук. Лиси, я тебя подниму. Так что, мне рейлит или как вообще? Давай, да пусть рейлит войд, что сразу рейлит. Пояс выпал, Олег. Ой, войд, блин. Так вы его достали уже, он устал, кричит на вас. А кем надо? Наличие будет слабый ДПС от этого ДК, не особо умею. Что будет вместо того, чтобы объяснить нормально, хуярится 500 ГП? Да, ДК это один из первых ДД, кто дамажит больше всех у лича, но там если разделить, ну типа если все время у вас у лича, если я переключаться. Не умею играть. А если еще буду рейлить, то там просто будет автоатака и так дальше. Затыкал. Килмагл, да. И у танков тоже другие цифры были бы. Ага. И хило. Ну, хорошо, ну давай начну. Так. Бой там будешь как будто лети. Улича у. Боет. Там на лестнице где-то валяется. А, пять хилов один, да? 4. Фибрилляция или. 1 ДЦ. Ты кажется. Слушай, Таня, говори. А вы в три хила не хотите пойти? С Филипсом точно никто их захочет, три хила. Чёрно. Чё вы начинаете-то? Нормально общались? Чё, я бафу, ничего не надо? Бы по друидам было бы неплохо. Ну это прерогатива калка. Пол рейда пристабал по нему. Локом тоже калк, дай крест. Даю, даю. Кстати, калку там нужно ЕП, наверное, около 300 дополнительных кинуть. Единственный паладин, кто покидал. Нифига не единственный. Да не пипи ты нихера не кидал. Да, я на себя кинул вовремя, самый момент, самый полезный момент. Куда это? На себя не кинул, покинул. Куда Хаба ушел? Что он говорит? Он сказал, ушел на 5 минут в мусорном плане подойдет. Ты зачем? А, на человек на пол. Все, погнали, блин. Лапу. Короче, погнали. Красава, вот. Думали, что кто на двоих будет танчить, определились? Сумас вот, судя по всему, на него на пол Талдорама. Филиппес, на тебе сферы.
Я же в ДЦ сижу. Да по-любому сфера на тебе. Ладно. Давайте дистанцию набирайте, вихрь сейчас будет. 8 метров друг от друга. Бежали. Это сова, а вы ездите за этот сфера бьет. Ну, блин, ничего страшного. Если вайпнем, все-таки много. Это вот новая тактика, звание, похуй, бьем келесета потом, масса. Ну я капли покидаю, может выживет танк. Она просто появилась. Ну сваренька прокатывала, когда он релил постоянно. Почему Талдарам реагировался на мага? Талдарам, наверное, бил маг этот. Бёрн, подымай LG. Помогите с сферами. Да, сейчас попробуем. Так, экзорцизм. Глань возмездия. Дайте бафы по магу. Лаву плюс стабав каску. Хватит пистолет. Мелис, знаешь, что должен делать хан? Просто сейчас боссом бьет. Да, я знаю, что должен делать. Мне на меня дебаф был. Ну хорошо, пускай спадет дебаф и помогай подбивать ханту сферки тоже. Давайте рост. Давайте за 45 минут надо быстро все пронести, погнали, время пошло. Вихрь рядом с Талдарамом, самосвод, ку-ку. Эй, улетели. Это не мой рингтон. Из острых козырьков. Да, по-любому. Так, рудаш под вихрь. Ты видели, как шарик вайпнул у нас, да? Видели, как сова летает? Конечно, видел. Скажи, не только видел, еще и летал. Не, в реале видел. Классно. Совы прикольные вообще животные. Это все прикольно. Это самый тихий хищник из птиц практически. Голову будет. Не, на голову, да. Жесть, там пиздец. 360, да? Сколько там? 310? Не, не 360, но у них сильно крутит голова. Ну, на 180 точно, там даже больше. 200 что ли с чем-то там градусов. Точно не знаю, но не 360, ты ебанись. Пошли по контролям. Виталик Кон, кинешь. Да. Звездочку, фигню. Кто там еще есть контроль? Покаяние. Да, покаяние. Гильдаль на кружок. Ники контроль тимобов. Быстрее. Давайте быстрее. Ну. Спокойно, никто не уешит. По звезде играем, дал стан 4 секунды, 3, 2, миф небес, играйте в звезду, фулл стан. Небес и кольцо льда заново. О нет, я походу умираю. Давайте тактика бьем дальше.
Сзади звезда. Сзади звезда. Прикольно звучит. Ну, наверное. Я чуть подумал, короче. Вот ивенты, да, которые делаю. Вот одна из идей. Сделать типа шараду такую, знаешь, типа бежишь в одно место, там тебе дают подсказку, там там стишок типа такой, ну четверостишие какой-нибудь, типа ну про другое место. Вот такой сижу, думаю, блядь, зайду в РК, там люди говорят, ой, что ты, сука, разочарял, хуйня какая-то, блядь. Ты еще зарницу придумай, нахуй. Кстати, так. Давай с ПВП планом что-нибудь в следующий раз. Что ответить на вопрос под названием Ку на 19.00 вообще есть шанс попасть на РТ? Или как раньше 50 плюс тел? Да, можно. Че, кому надо колья или нет? Да. Да. Нет. Чё с ним разлагают? Дайте по друиду баха. У нас кто-то ливнул, да? Или чё это? Ты же сам крюха обошёл. Это баг, не переживай. Так он сказал 5 минут. Должен был подойти уже. Это баг, блядь. Ну, не знаю, это люди воют. Им свойственно обманывать или не додерживать слова. 5 минут он сказал. Бля, кого хвалит шутки, это пиздец. Как сказкой тогда, так и сейчас. Сейчас я разлагаю, что-то подзавис. Секунду. Я реогнус. Давай, есть тебе 20 секунд. А ты кто, хил? Да. Кушаем рыбу. Где? В магазине, блядь. Да что-то не вижу, чтоб кто-то офился. А, вот вижу. Я офлюсь тоже. Релогуюсь. Чего все офлитесь? Релогуюсь. Каску по себе, паладина, пожалуйста. С тем ПВП вот этот ивент, он там придет какой-нибудь Джерри, он, блядь, оттенет свою устойчивость, блядь, всем пизде даст, блядь. Ты рандом ПВП по роллу делай, типа Тима 2 на 2, каждый роли, там самые низкие роллы против самых высоких, ебаш. МП5 обновите, ПДЦ. Блин, я перепугу прижал божественную защиту. Это же нормально, да, что маг сейчас бежал в мирезону? Тут палит там бежал. Не, ну мага хотела реакция, а вот двух миликов нет. Так бывает, Серега, чё? Ты еще удивляешься? О, вот теперь милики бегают. Хила мне бегают, а ты про мага что-то там говоришь. Теперь милики ханту сбежались. Кто-нибудь знает персонажа с ником Берсерк? Это вар, по-моему, да? Да. На БГ ходит. Хочет нам завести мага и лука 6.5. Сделать двойное ЕП и одеть мага, да? Ну, типа того. Так, все убер.
Ну, надо тогда. Не, ну если он будет ходить в РФ, там все дела делать, то не вопрос. Чё, чем плохо? Хилл умер, блин. Встанешь? Нет. Бёрн, когда есть? 15 секунд. Ой, тогда поднимешь, Азарак. У вас 3 хила, тут нечего хилить. Хильте. Оставался один хил, я понимаю. Прожимайте мастер аур, сакру. Можно гимн от хил спеть по желанию. Да уйди ты, меня... ёбаный в рот, да хули ты со мной бегаешь, ШП, блин. Ну, встал, я вот. Залейте Хазараку, я в одну сторону, он за мной, блин. Ну давайте я шами, инеры, бафы, касочку, там, крест. Встал. Вот сейчас не повезло. Сбежались, и стрела прилетела к нам. Там, конечно, щитки бы желательно. Олег, ты укушен? Не, о, какая разница. Так добьем. Рост можно дать. Блин, это что, мы так долго били стрэш, что КД спала на Геру? Ого. Может, давали Геру на совете, да? Да, давали там. Выходит больше 10 минут. Господи. Думай, кто, у меня КД на Геру 10 минут. Ох, что да. 10-15. Блин, не хватает ДПС. Ай-яй-яй. Одного человека не хватает. Теперь можно сбежаться в одну точку. Я встану в Эрдру. Давайте к Вейду. Вейду. Щит. Кто следит на осколки? В рейде. На офисе только.